Привет, друзья! В данной подборке я собрал только те товары, которые реально могли бы пригодиться в хозяйстве, и надеюсь, вы тоже найдете для себя что-то полезное. Поехали! Уровни рамные и брусковые. Сфера использования таких уровней достаточно обширна. Строительство, машиностроение, металлообработка и другие сферы деятельности. Они используются для установки объемных деталей на станок, при установке оснований оборудования и проведения других работ. Флахейзен. Предназначен для ковки и гибки ювелирных заготовок, правки пластин и гнутых плоских изделий. Одно ребро выполнено с радиусом, на нем удобно загибать швензы. Подшипники различных размеров. Это готовое решение для опор, валов и любых других подвижных конструкций, где нужно значительно уменьшить силу трения, либо обеспечить легкое вращение. Графитовые изложницы. Это форма, заполняемая расплавленным металлом для получения слитка. По сравнению с керамическими формами, графитовые обладают более высокой термической и коррозийной стойкостью и меньшей длительностью механической обработки формы. Набор мини-плоскогубцев и кусачек для проведения работ, связанных с моделированием, ювелирным делом, работой с электроникой и так далее. В комплекте идут как стандартные плоскогубцы, так и с длинными и загнутыми носами, круглогубцы, кусачки и бокорезы. Цифровые мультиметры. Девайсы весьма интересные, могут измерять ток, напряжение, сопротивление, частоту, емкость, влажность, температуру, уровень освещенности и уровень звукового поля. Все в одном, причем в стандартном размере корпуса. Набор анкеров типа Молли с пистолетом. Несколько нажатий на курок пистолета позволяет без риска повреждения несущего основания полностью раскрыть зонтик дюбеля и создать надежный узел крепления самых разнообразных конструкций. Якорные стопор-колышки. Продаются наборами по 4 штуки. Продавец предлагает на выбор несколько расцветок. Все элементы сделаны из алюминия и имеют отверстия диаметром 7,5 мм. Длина же составляет чуть менее 8 см при ширине в 3,5 см. Тактическая поясная сумка. Несколько отделений дает возможность обеспечивать быстрый и простой доступ к содержимому, что делает сумку незаменимой вещью не только во время выполнения специальных операций, но и в повседневной жизни. Активные наушники для стрельбы. Они заглушают резкие выстрелы, снижая их до 82 дБ. Эта величина признана безвредной для человека. Звук блокируется на долю секунды, именно в момент выстрела, так что в остальное время человек будет слышать происходящее вокруг. Пистолет для монтажной пены. Корпус металлический, ручка выполнена из двухкомпонентного пластика. Регулятор подачи пены позволяет экономно расходовать ее. Если клапан закрыт, рабочий материал находится в жидком состоянии длительное время, не застывая. Динамометрический ключ-трещотка. Это инструмент, незаменимый в случаях, когда необходимо знать, насколько качественно закручено резьбовое соединение. Ключи с цифровой индикацией создаваемого усилия позволяют с большей точностью контролировать надежность затяжки элементов. Multitool брелок Next Tool обладает складной конструкцией и следующими инструментами. Небольшой нож, стропорез, открывалка, плоская отвертка и гвоздодер. Складная конструкция позволяет всегда его иметь при себе, а вес в 16 грамм делает его практически неощутимым.
Шаровое долото. Это инструмент диаметром до 125 мм, который идеально подходит, например, для изготовления деревянных ложек, небольших мисок или скульптур малых и средних размеров. Подставка-подножка для бритья ног. Тема довольно интимная, но тем не менее, балансировать на одной ноге, держа в руке бритву, не очень-то приятно, а вот это простейшее устройство намного упрощает процесс. Плотницкий карандаш со сменными стержнями. Графитовый стержень располагается внутри трубки и может при необходимости выдвигаться на ту длину, которая вам требуется. Также на носике колпачка есть специальная точилка для грифелей. Небольшой мультитул – карманный инструмент, который не будет лишним в любой ситуации. Это отличный вариант EDC наключника, то есть может пригодиться на каждый день. Продуманная конструкция и интересный дизайн будут вашим незаменимым спутником. Измеритель износа велосипедной цепи. Когда цепь начинает изнашиваться, она растягивается и соответственно увеличивается в длине. По показателям, которые указаны на инструменте, можно определить, стоит заменять только цепь или же задние звезды также нуждаются в замене. Скребок гуаша, ставший популярным в последнее время массаж, который по откликам реально омолаживает и творит чудеса. Специфика этого вида массажа состоит в манере исполнения скребущими движениями. Пневматический вал для дозирования. Этот метод использует сжатый воздух для давления на поршень внутри шприца с материалом. Благодаря своей простоте, производительности и довольно высокой точности, более 60% всех задач по дозированию решается пневматическим методом. Набор инструментов для очищения кожи. Инструменты, входящие в набор, помогают бороться с прыщами, угрями и черными точками в домашних условиях. При регулярном правильном применении такой набор может заменить полноценную чистку лица у косметолога в салоне. Насадка на шуруповерт для скрутки проводов с автоматической очисткой. Если вам нужно быстро и качественно сделать скрутку проводов, то вооружившись обычным шуруповертом и такой насадкой, вы справитесь с этой задачей довольно легко, а сам процесс не займет много времени. Зажигалки в виде ручных гранат. Их можно собирать как коллекцию мини-копий различных гранат. Каких там только нет, даже немецкие колотушки времен Второй мировой войны. Ключ для взлома профильных цилиндровых замков. Цель метода – разорвать корпус цилиндрового механизма на две половинки. Корпус разрушается по отверстию для крепежного винта. Зажигалка «Автоген». Пламя турбозажигалки имеют конусообразную форму и представляет собой быстро сгорающий под напором сильного давления газ. Такое пламя никакому ветру не погасить. Интенсивность и форма пламени ни в коей мере не зависят от угла наклона. Кронштейн с протяжкой для болгарки. Это своего рода младший брат торцовочной пилы с протяжкой. Подходит для дисков диаметром от 100 мм до 125 мм. Позволяет многократно производить точные отрезные работы. Пузырьковый мини-уровень. Прибор крайне компактен и прост в переноске.
Он легко помещается в карман. Кроме этого, на длинной стороне корпуса есть небольшие магниты для простого размещения измерителя на металлических поверхностях. Строительная рулетка необходима в любом хозяйстве. Она позволяет измерить любое расстояние, быстро определяться с размерами и прямо в магазине померить любую мебель и материалы. Комбинированный угольник. От точности углов 90 и 45 градусов при подрезке материалов зависит качество примыкания элементов. Чтобы избежать щелей между планками плинтусов и наличников, удобно пользоваться таким угольником. Он имеет двойную разметку и подвижный упор с пузырьковым уровнем. Адаптеры для шприцов типа Luer Lock и Luer Slip. Это винтовые соединители, коннекторы. Игла крепится специфическим образом, вкручиваясь в крепление на цилиндре шприца. Адаптер для снятия фаски. Полезный адаптер для тех, кто часто работает с металлом. Как правило, за время эксплуатации наконечники болтов и шпилек сильно изнашиваются, и насадить на них гайку бывает весьма затруднительно. Данный адаптер позволяет снять фаску и облегчить закручивание гаек или болтов. Угловые струбцины. Подобная оснастка дает отличный результат, обеспечивая не просто Г и Т-образное крепление заготовок при разметке, сверление и скрепление, но и удерживает необходимый угол и соосность. Набор отверток и бит. В комплектацию входят более 100 различных бит. Отвертка, пластиковые лопатки 2 штуки, гибкий удлинитель для труднодоступных мест, удлинитель для бит, пинцет, кисточка, присоска и так далее. Дисковая пила, или как ее еще называют, циркулярная пила. Несмотря на то, что инструмент ручной, приспособить под него стол при необходимости не составит никакого труда. Максимальная скорость вращения диска составляет 5000 оборотов в минуту. Стусла. Хорошо известный столярный инструмент для запила досок под углом 22,5, 45 и 90 градусов. Несмотря на простоту, здорово выручит при подрезке плинтусов, наличников, багетных планок в отсутствии торцовочной пилы. Отрезные мини-диски для дремеля. Подходят для древесины, пластика, стекловолокна, меди, алюминия и тонкого листового металла. Радиусные шаблоны для фрезера. Это пара пластинок для скругления углов заготовок по заданному радиусу. Шаблон выравнивается по углу детали, после чего она обрабатывается с помощью фрезера по контуру. Одна пластинка имеет радиусы 10 и 15 мм, вторая 20 и 30 мм. Ножницы электрика. Применяется для освобождения проводов от изоляции, зачистки токоведущих жил, разделки кабелей в процессе монтажа. В рукоятке предусмотрена специальная полость для опрессовки изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников. Самоклеющаяся линейка. Если вам хотя бы раз приходилось самостоятельно рисовать шкалу в миллиметрах для каких-то DIY проектов, то вы по достоинству оцените эти самоклеющиеся линейки. Они имеют длину от 1 до 6 метров и легко крепятся благодаря клейкой основе.
Суперпрочная лента, которая позволяет моментально заделать любую течь. Она имеет тройную толщину и обработана сверхсильным клеем, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности и образовывать герметичные соединения, закрывая даже самые сильные течи. Мотоциклетные джинсы. Свободный покрой создает полный комфорт как в передвижении на мотоцикле, так и в бытовых ситуациях. Материал изготовления – прочный и надежный текстиль. Выгодное сочетание качественной джинсовой ткани и кевлара. Пазовые галтельные фрезы. Их режущая головка имеет закругленную форму, благодаря чему в разрезе паз напоминает литеру U. В зависимости от глубины реза, стенки закругляются сразу же от поверхности заготовки или сначала некоторое время идут от нее под прямым углом. Лабораторный столик размером 100 на 100 мм, а максимальная высота 16 см. Фиксирует детали или оборудование на нужной вам высоте. Универсальный накидной гаечный ключ. Ключ относится к типу накидных и предназначен для работы с гайками размером от 4 до 19 мм. То есть, по сути, способен заменить собой целый набор из 16 односторонних или 8 двусторонних накидных ключей. Угловые зажимы – это надежное приспособление для стыковки досок, брусков, мебельных щитов и других деталей под углом 90 градусов. Благодаря подвижному шарниру на прижимной части в тисках одновременно можно зажимать детали разной толщины. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта AliExpress. Всем добра!